Миссия Центра современного искусства – вдохновлять молодежь и поддерживать талантов в развитии их творческого потенциала. Площадка организована в бывшем доме купца Мельникова. Всего за пару лет она стала центром притяжения для горожан. Десятки людей получили пространство для экспериментов и самовыражения в различных направлениях – от живописи и скульптуры до новых медиа и арт-технологий. Мы учим не только изобразительному искусству, мы также рассказываем о новых трансдисциплинарных практиках, о кураторских практиках, о том, как делаются выставки. И вообще МЦСИ – это такое, скорее, плацдарм, где художник, творец может попробовать себя в качестве создателя, в качестве создателя выставки. Молодежный центр представляет собой несколько залов, каждый из которых организован по тематикам. Один из самых просторных занимают книги. Все они так или иначе посвящены современному искусству. Есть и классика жанра, и новые мотивы, отраженные на страницах фанфика по серии романов о знаменитом «Мальчике, который выжил». Мы творим для людей и вместе с людьми. И поэтому, чтобы собрать данную библиотеку, мы писали разным издательствам с просьбой о том, что смотрите, какая у нас классная инициатива, поддержите нас. И нас поддержали. И каждый из издательств подчас даже 50, а то и 100 и более книг непосредственно приносили в наш центр. Соседние залы заняли резиденты Центра современного искусства. Благодаря единой площадке они нашли способ исполнить давнюю мечту – объединить сотни творческих людей. В камерном пространстве расположились стеллажи с винтажной одеждой и редкими украшениями. По соседству – художественная мастерская. Здесь нет ограничений по возрасту. Самому юному живописцу – 4 года, самому старшему – за 60. Картины пишут в любой технике – от строгой графики до романтичной акварели. Я понял, что, собираясь вместе, мы можем больше творить, больше заниматься творчеством. Мы каждую неделю собираемся рисовать с натуры людей. Ну, вот портрет, тут случайно он как раз стоит. Я его доделываю после натурного рисования. Вот. То есть, кто, любой желающий города может прийти на наброски и рисовать с натуры учиться людей и посмотреть, как это делают другие мастера. Это лишь малая часть элементов молодежного центра современного искусства. Он, в свою очередь, представит Ульяновскую область на федеральной платформе «Достижения». Здесь каждый регион страны презентует свои уникальные проекты. Лучшие из них попадут на выставку «Россия». Она будет работать с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024. Александра Никитина и Геннадий Бухтаяров. Управда ТВ.